Altitude 23, this is Hitman 22, over. Это о том, командир ФХ. Так, сил снайперов. Ребята, так, все, давайте. Стрелок на место стрелка садится в БТР. За место стрелка садись, кого я назначил. Я уже давно сел. Все, понял, Демлав. Ты у нас, да? Все, окей. Представляете, я такой... Так, водилы пока сяду я, довезу до точки, потом сядет за водилу... Кого я там назначал? Забыл уже. Некро, да. Потом завалил. Я тебе скину GPS потом в инвентарь этого БТРа. Давайте на погрузку, на БТР залезайте все. Сейчас через полторы минуты стартуем. Следующая остановка моя. Так, пульсар потом, да, выходит. Ну, я иду. Ребят, идея просто, ты едешь прям в них, я просто с пулемета их фигачу, как Рэмбо. Я думаю, не стоит так делать. Тут два раза, сдохнет, сдохнет. Не дохнет. Охуенно, блядь, мы без экипажа. Сколько я на я такой же был, когда чуть поддал в игру, зажёг, пиздец, такой был всюду, блядь. Да я говорю, я убил капитана Сорена, я теперь боюсь вообще что-то делать. Понимаешь, я убил. Нет, нормально, нормально. Я сто патронов у него всадил. Нихуя. Ну вот да ты оторвался, блядь. Кто мне хлопал плечо, а? Кто мне? Я! Так, все здесь. Так точно. Зонт, в КВ, пожалуйста, поменьше флуда, когда работа начинается, понял? А это, стой, я могу GPS дать. Волна, у меня есть. Да ладно, я уже сел за водителя. Ну скинь просто, пускай лежит, пускай никто не спиздит, блядь. Это, Демлав, возьмешь сейчас сразу. Да пускай сейчас сразу забирает. Некро, не Демлав, а некро должен забрать. Ребята, я не знаю, кто там водитель. Будь здоров. Некро, забирай GPS себе. Забрал? Взял. Волна, молодец. Если что, я, ну не в КВ говорю, я именно, знаешь, голосом. Я понял. Я говорю про... Я тебе сказал про КВ просто. Пока можешь покричать. У нас там что-то осталось, да? Чего? Говори. Я не слышу, кто мне что говорит. Саша, ты наверху что? Да. Мы как наблюдатели и... Ну ты правое окошко-то открой. Открой. Нельзя. Как-то нельзя. Это ты должен. Если ты на месте командира сидишь. Вот теперь да. Вот. Только когда приедет, закрой все окна. Ребята летят. Форсаж какой.
боец, который наблюдатель пойдет на точку, сразу решите вход. Полплатит, травы везете. Смотрим. Один боец. Так, постройтесь, как отправить наблюдателям. Сейчас посмотрим. О, давай есть. Меня, у меня опытка хорошая. Ну иди наблюдателем на гору. Тебе прям высоко-высоко, чтоб ты тот берег видел еще. Подняться надо, понял? А, Дим, скажи мне, на какую гору. На карту глянь. БТР куда ставить? У меня 7 снарядов для РПГ. Да вон у нас РПГ есть, просто берешь и взрываешь это. Пиратик, видишь, куда бежать? БТР не стави своих, чё? На метку свою приезжайте, я поставил ее. Скажи, Азин, я пока хуёво разделал. Северо-восток тебе бежать. Бля, дайте ему GPS кто-нибудь, ебаный в рот. На, GPS, подожди, если у меня... Нет, GPS нет. Азин, ему 40, гора, пиратик. 40, да, 40. Я знаю. Прям чтоб ту, блядь, всю хуйню видел, понял? А мы же... Оно. Чтоб море видел. Владила, ты люк-то закрой. Да, все, давайте, рассосались. Чё, блядь, в одном месте, блядь, 5 человек, на? Бля, нихуя не видно. Я двухэтажный дом займу. У нас выбьют, через него будет видно. Коричневый дом, 226 займут. Ты все, еще все, говори, куда я. Давай, налей, бери. Я на втором этаже, там где-то, блядь, в какой-то избушке, блядь. Сейчас точку поставлю на себе тоже, на втором этаже.
Да, точки на себя не забудьте поставить, обязательно. БТР, ты там тоже особо далеко не отъезжай, выбью. А, ребята, у нас оборона что ли будет? Мы, блядь. По кому стреляют? По Петру. Блядь. Не говори, что это Петр сдулся, блядь. Сдулся. Пиздец. Живой хоть кто-нибудь там остался? Нет, там не Все, занимайте оборону, блядь. Быстро оборону. А откуда будут идти, ребята? Откуда идти будут? А? А ком работает? Ребят, поставьте метки, пожалуйста, на себя. Так, я смотрю гору, где Беттер. Я Беттер вижу, сейчас буду смотреть гору. Шмель, поставь метку. Мы же с тобой вместе. На горе дышать нечего. Смотри, чтоб тебя не сняли. Пульсар, что там у тебя, видишь врагов? Да нет, пока все чисто. Если на горе взорвали, я думаю, они все за горой там, блядь, мне так кажется. На его, смотри, где он стоит, его взорвали, его не могли с той стороны, да? Попасть. Значит, блядь, идут к нам, блядь, в город. Значит, я думаю, где-то вот с юга где-то. Этот Беттер, что ли? Скорпион. Блин. Едем в город, направляйте технику. К нам в город. Сейчас. Потерял из виду, скорее всего, да. Сейчас приму я его. Трубы, соберитесь. Труба есть, а об стекло не взорвется заряд? Азимут какой, где техника? На улицу выходи взрывать, там не взрывай. Съебано. Не флудите, ебаный брат. Бегает. Я. С трубой. Уже поздно менять позицию. Я вообще на тебя в метке не вижу. Где твоя метка? Да, блин, Татьяна, сейчас. Твою мать, блин. Еще и чужую удалил. Да, вижу. К нам едет пиратик. Стоит сейчас. Понятно. Ну если что, приготовьте там, блядь, снаряды нахуй. Будем встречать. Да, она далеко от меня. Все, она двигается в вашу сторону. Принято. Давайте, кто рядом.
рядышком со мной, с РПГ, ко мне быстро, ко мне на точку, кто с РПГ. Ты в каком доме? Посмотри на карту, блядь, метки везде стоят. А метки стоят, да. Вон, в одноэтажке. Она спустилась. Я просто вдоль дороги из кустов поехал могу по ней. На восток. Наши же в кустах бегают, да? Наши в кустах не бегают вроде. Я стою в кустах, не бегаю. Твою мать, охренеть. Слушай, а прострелить сушок, наверное, есть? Бля, ребят, хорош блудить, но в натуре заебали нахуй. Все вопросы выясняются до игры, блядь. Куда и чё и как, блядь. Только дело, блядь. Где, что, когда и азим. Если они выйдут, то я поработаю, парни. На опыте хорош. Работают по домам. Да, да, да. По нам работают кто-то. Все живы еще? Так точно. Просто про... Бля, по моему дому... Блядь! Уходи. Ты живой? С горы работает. Понял. Все, я вон ее вижу, она едет. На дороге приезжает. Это лавка. Это не лавка, блядь. А, лавка, блядь. Сейчас, блядь. Там есть вот город. Хорошо, что я ушел с этого дома, блядь. Она едет, она смотрит на город, не боюсь, она сейчас ко мне вверх поднимется, блядь. Чё они не вот курят? Блядь, она надо где-то наверху. По мне работает, по мне, ёпти, ёпти, ёпти. Все, я КПшну, блядь. Ох, ёпти. Он мертв, я без сознания. Так, я вижу его трассер, сейчас попытаюсь залезть на высоту и по нему отработать. Это я потерял, он уехал. Лавка около меня, короче. Видите, где метка пульсаров, там на горе, короче. Меня здесь. Он в вашу сторону, в город ехал. Труба есть? Заряжай. У меня есть, я себя пытаюсь. Блять, я его вижу, но я до него не застрелю. Не, пускай ближе, ближе, пускай подъедет. Бля, Патрик, ничего ты на трубу не дал, я бы сейчас эту хуйню уже разорвал бы, блядь. А как где он у нас? Где он? Он на посреди горы стоит. На севере, на горе, там работает, вот на вас.
Я б сейчас его снял, но мне Патрик забыл отдать трубу. Ласку потеряли, блядь. Было спуститься, пизда, ну честно. Так, ты-то работай. Она спустилась, что ли? Не знаю, я ее не вижу. Слышу от того домика, вот возле дороги с красной крышей. Кстати, которые три штуки? Нет, там она одна стоит. А где там? Туда дальше, назад? На... Так, подожди. На север. От меня 340, я на горе возле разбитого нашего беттера стою. Где-то в том районе она стреляет. На север? Да. Вон она спускается, спускается к этому дому, где я говорил. Вот где поворот дороги на север, съехала и пошла. Все, уехала. Куда пошла? Не пойму. По дороге, вот дорога на север, которая идет и изгибается налево. Вот туда она по той дороге пошла. В сторону вот этой башенки на горе, видишь, которую мы проезжали. Она в твою сторону поехала? Нет, от меня. Я возле нашего разбитого беттера сожженного. Взял командир дефолку, выйди на связь с штабом. Что нам дальше делать? Скажи, тут лавка с нами рядом катается. Мы с тобой вдвоем остались? Похоже. Можно дойти до дома, до этого поселка? Поискать это? Сейчас, да, лавка уехала, спускаюсь в поселок. Сейчас буду искать там. Давай, давай. Ты видишь, я спускаюсь к поселку, вот у нас дом один взорвали, где я сидел. Вот перекресток дорог, видишь, Т-образный? Поселку уходить на север? Я иду на север, да, 340. С горы спускаюсь. Вот как на карте, видишь, Т-образный перекресток? Ну? Вот, я сейчас как раз вот в этот перекресток подхожу. Вот сейчас прям встал, прям на перекрёстке. А, во-во-во, всё, вижу тебя по дороге бегать. Всё, вижу, вижу. Ищи их там. Я просто на горе стою. Если со мной связь пропадёт, ну, в принципе. Понятно, вот. Блядь, надо было к лавке спуститься, как пиздануть, она боком стояла ко мне, блядь. Может, там нету, может, трубу ещё возьмёшь? У меня труба есть, я бы вот РПГ взял, сейчас я поищу, где они тут были, блин. Ой, а наш один труп в воздухе висит. Скажи, мы на своих позициях там. Объясни, что нам делать, скажи, тут лавка с нами рядом катается. Пробуем выжить. Вот так, кто у нас был сквадной-то, этот? Там был, то он на дороге валяется, то. Не, вот здесь вот это не валяется, это в небе висит, я его не могу дотянуться даже. А у меня вот показывает, что он валяется. Ну вот. Вот только АК. Так, видишь, противник по полю бегает, блядь, не знаю, нас не... Управление. Ты стреляй.
Один тем более без. Так, это. По ДВшке как говорить? Control, Control Caps. Как он понял. Скажем наше отделение, скажем, как здесь что. Скажем. Это получается, подожди. Как она выглядит? Желтенькая такая? Коробка, коробка. Блять, нет, это значит не то нашел. Никак нет, пытаемся ее сжать, она двигается, не может поймать ее. Докладывает Бориш из склада 3-2. А, у нас по потере, у нас двое осталось. Командиру убить, ждем дальнейших указаний. Как приняли прием? Доложил, что-то пока молчат, хотя я их слышал. Скажи, добивайся, 3-2, скажи. Так, 3-2 на связи. Добивай, добивай. Ты стой, или стой. Где, в домике? Блять, там память. Блять, сейчас выиграю, гляну. Направление, направление. Если нет, то я их убираю. Скажи Азимут. На 250. Ребят, что там с Лавкой? Там нет космоса. Сейчас они поближе. Лавка пошла уехать за танчиком. Она из Тригера уехала, да. Она сейчас воюет с танком. Так, говорит, 4-1, северо-запад, а там видит, так, 4-1, как у меня. Нет, как у вас. Севера. Ем на ДВ. Запад-то, запад. А где? Все, да, лавку, да, выбили, да. Лавку выбили. Принял. А, танк на связи? Лавка, может еще двигаться? Понимаю, сейчас они к тебе не дают. Не, выжжены полностью. Агенты на ДВ, танк на ДВ. Если что, принимай, сейчас они в твою сторону пойдут. Я понял тебя. Я в домике, где этих наших убил, и нахожусь. Картин спрятал? Другой за дерево спрятал. Штаб говорит 4-1, а в триггер подходит вражеская пехота. Место такие. Предлагаю попасть, предлагаю сделать звик по ДВ. Звик по ДВ. Их обойти. Давай, давай, сзади, сзади. Обходи сзади. На гору выходи. На гору выходи. Принял. И работай. Тут их трое. Я не
наблюдаешь? Ты не наблюдаешь? Не-не, отходи, отходи, если чё. Вон он где. Это я бежал, наверное. Ты из кустов побегал? Я побегаю на самую, на гору бегу. Звук прерывается. В твою сторону были 4 домика. 3 или 4 домика. Я уже из домика вышел, я уже на склоне. Не надо спускать склон, беги. Дом спрятаться. Так могу их сзади обойти. О. Попробую сзади обойти, тихо. Чё ты так не должен? Чего в карчерке? Я не могу попасть. Далеко, расстояние большое. В каком доме? Скажи, я по РПГ всажу. Сейчас я тебе скажу. Бля, чё он у меня пустой, ёбаный в рот. Еще едет лавка, блять, как он может быть пустой? Лавка прям рядом ставит. Подбежал в ту город, где замок, или ты куда подбежал? Тебе объяснить-то, вот перекресток, да? И от него сейчас тебе скажу. Я скажу тебе так, на юге-востоке, на юге-западе они. Лавка. Метку не могу поставить. Стрелял. Ты по ним стреляешь сейчас? Да, да, там он колёс. Сейчас я туда выдвигаюсь, куда ты стреляешь. Что, залез? Про ГПшу сейчас их. Бля, ты был бы рядом, сейчас надо... Ты меня видеть должен сейчас. Я в ту сторону иду. Ты должен меня видеть сейчас, я на противоположной горе. Бля, далеко. Чё, они двое вышли? По-моему, лиса. Бегай туда, к ним. Видишь, там от позиции туда уходит, на северо-запад. Я бегу туда. Беги, смотри, там в трех этих домах там чувак был. Не попадись. Это ползает ты. Я их слышу, тихо. Постреляй, поотвлекай, я их слышу. Прям, если на лавку сядешь... Я еще далеко, я сейчас сдох, сейчас отдохну. Как у меня ствол гуляет, это ужас просто. По-моему, я...
ударил сильно. Что-то они не двигаются. Кто сейчас не двигается? Я сейчас знаешь где? Я на метке Осама. Думаю, что я знаю, где-то Осама, бля. На карте посмотри. У тебя карта есть? Да я не знаю. Надо было от нашей позиции, где волна сидела, бежать туда, в сторону замка. Там увидел еще один замок. Вот я там, я по твоим трассерам ориентировался, я видел, как ты стрелял, и в эту сторону бегу. И их я... На 240. А если от того замка, то там, ну короче, на... Вот там, видишь, вот лесочек, да, вот ты в лесочек стрелял? Там они на поле, на... Нет, не вижу их. Видишь? Никак нет. Ты туда стреляешь. Я стреляю, они сейчас не пойду я к ним, короче. Опять такой. Чё ты делал? Помнишь, ты подходил, забирал эту ДВ-шку? Нам было прямо по дороге, вот они хотят спать по дороге, прямо и пошли на юго-запад. Позиция, где ты сидел, на замке, где ты сидел, и что замок не видно. Мне оттуда замка не видно было. Блять, почему я туда? Хуй сделал. Где волна сидел, считая от волны, вот от этого городка, идти на 230, на 240. Просто когда ты говорил про три домика, я совсем в другом месте был. Ты в другом месте был. Вот там, где нас высадили. А эти три домика, ты говоришь, это вот возле крепости. И ты сюда стрелял. Куда стрелять? Ты нас там высадил? Не, я высадил. Ты нас высадил. Вот на твоей позиции. Там домики, блядь, там был чувак один. Пока спустится, нам все нервы сразу. Я, стой. Прощайся обратно, лавка. Она прямо сейчас идти на лавку, да? Сейчас подожди меня. Ты сейчас бежал. Да, я. Давай сейчас аккуратно. Давай аккуратненько попробуем лавку забрать. Сейчас играешь американец и стрельнул по мне. Так что не попал. Не, вот он, когда я с ним по нём работал, красный дом побежал. Не знаю. Выходи на дорогу. Здесь вдоль замка пойдем. А лучше там пойдем правильно. Где бегут? Что, я тебя пока не вижу. Я как-то на зеленой поляне. Угу. Зеленая поляна, наблюдаю. Наблюдаю. Зеленую. Меня видишь? Нет, зеленую поляну вижу, тебя нет. Ты там вон, дети, елки, может, за елками.
Ты выдвигайся, я может из-за елок, я не вижу там елок до хера. Давай на дороге встретимся. Дороги стоят. Я выхожу на дорогу. Я тут от дороги. Вот, я на дороге, иди в сторону этого замка. Я тебя вижу. Я тебя тоже вижу. Далеко это. Еле отработал. Я не знаю, они двое бегали, сейчас не бегал. Я тут лес этот прогпшил. Оружие на нож пистолет. Я это записываю, потом посмотришь. Да, я правильно поработал, убрал их, видать. Ну да. С автомата так их уработал? Снайперка хорошая. Надеюсь, беттер целый, целый. Колес нет, блядь. Его взорвали, нас. Может, я его так хуйнул, нет? Ну, не знаю, он весь, блядь, разъебанный. Ну, посмотри, водитель, нет? Что у него должно быть? Водителя нихера нету. Так, на связи. А, не сдвиг делали, блядь, я слышал. Чё молчишь? Пиратик, чё, попёрли в этот? Слышно? Да, слышно. Слушай, скажи КВшку вашу. Здорово. Там, короче, за этим, можно сказать, за замком в той стороне, там может быть противник, потому что они двое бежали. Один перебежал дорогу, второй там остался. Я по этому работал. Так, и может мы рванём к это... Оборонять что-то нам надо. Нас тут спал. Ну ясно, а я один из своего отряда. Как на связи? Да я со штабом связываюсь. Подожди, троем пойдем. Шли куда? Где наша главная цель? Погнали куда-нибудь, но. Парень, подождите, там у нас, видать, Хаммер был, надо было не бросать его.
Остап на связи. Пиздой ты. Нихуя. Так, нам направление какое? Где мы? Куда идем? На запад, если мы в триггер идем. Да, в триггер. Гоу на запад. В триггер идем? Да-да-да. Погнали. Да я назад пытался посмотреть. Выдохся. Давай на 30 идешь. А нам еще тут долго бежать. Здесь.